Доброе время суток, дорогие друзья. Вот у меня тут просили, чтобы я показал, как я подключаю чиллер без фитингов. Ну вот, чиллер я сделал сам, я его бухту купил в магазине Русклимат для кондиционеров. Диаметр трубки 9,5 миллиметров. Вот. У меня вот кран такой волшебный здесь есть, я его купил в Леруа Мерлен. Вот он с двумя входами, вот, с двумя вентилями. На один подключен фильтр Аквафор Кристалл, а ко второму я подключил просто холодную воду. И она у меня работает как просто как охлаждение. И этот кран не задействует, то есть горячая, холодная вода во время там всяких длительных перегонов. Вот, варки пива. Сейчас у меня вот варится здесь примерно 30 литров пива. Ну вот в этом баке. Нам нужно его через охмеляется, вернее, сусло пивное. И через полчасика нам нужно будет его охладить до 25 градусов. Вот что мы делаем. У меня есть две трубки, там силиконовые. Как-то получилось так, что одна немножко поменьше диаметра. Вот, мы ее подключим на подачу воды. Вот на эту трубочку. Она прям плотно, очень плотно заходит. Вот. Это у нас будет на подачу. Сюда. Мы ее сразу подключим. Она заходит прям очень плотно на носик крана. Вот так. Все. А другая трубка, ну это все обратка уже. Мы ее, поскольку вот она прям свободно заходит у нас, немножечко побольше диаметр трубки самой, мы ее обычным маленьким автомобильным хомутиком, мы ее зафиксируем. Ну вот, все. Сейчас мы чиллер опустим туда, у нас сусло охмеленное, чтобы он за полчасика продезинфицировался, не было никакой заразы. Вот так. Вот мы его пускаем туда. Так, ну вот и все. Вот там температура сейчас. Сколько там? Ну-ка. 98, да, градусов? Видно? Вот. Ну, в общем, и все. И вот подача, обратка. Через полчасика мы подключим воду. Все. И все у нас произойдет. Мы его остудим. Перельем вот в эту емкость. Внесем дрожжи. И, в общем-то, процесс варки пива закончится. Все, спасибочки.